А вот судьба еще одного предприятия, на этот раз Рыбинского, сегодня решалась в областном правительстве. Губернатор Сергей Ястребов провел совещание с собственником завода «Раскат» Олегом Бариновым. Говорили о восстановлении мощностей и сохранении рабочих мест. На прошлой неделе наша телекомпания рассказывала о непростой ситуации, которая сложилась на заводе. Напомню, что долг «Раската» по зарплате на январь этого года составляет 17 миллионов рублей. Из-за этого почти 90% сотрудников просто перестали ходить на работу. А 3 недели назад на пост управляющего предприятия был назначен Сергей Борисов, который видит выход из кризиса и планирует вернуть на завод работников. Губернатор сегодня также отметил, что правительство Ярославской области будет помогать «Раскату» в реализации продукции. Сегодня на акционерном обществе «Раскат» работает 333 человека. Эта численность будет сохранена. Мы имеем подтвержденные заказы. Постепенно мы общим усилием будем выводить завод в нормальный режим работы, гасить задолженность по заработной плате, помогать в реализации продукции, ну и во всяком случае обеспечивать занятость, что сегодня самое главное.